неплохо сыграли, да, безобразно. Так нельзя и выходить, играть, тем более перед своими зрителями. Нам очень стыдно за свою игру. Мы все ищем, что у нас не так, почему так получается, почему так начинаем. Мы игры пропускаем постоянно, у нас это уже последний месяц где-то, мы уже так играем, где не можем первыми забить, нам надо обязательно первыми забить. Я не знаю, ну, нет оправданий нашим, мы сегодня очень плохо играли. Торпеда намного сильнее нас бы выглядела сегодня. Это не донастрой был или что-то другое? Нет, не донастроя не было. Все настраивались на хорошую игру. Я не знаю, что это такое. Неуверенность какая-то у нас. Я не знаю, как объяснить. Ну, уже нечего объяснять, надо выходить в следующий год, побеждать. Не слишком удачный результат в последнее время. Это физическое состояние, возможно, или спад просто? Я думаю, эмоционально больше давит это все, вся ситуация, то, что проигрываем, много проигрываем. Я говорю, нам надо первыми забить, постараться первыми забить, одну шайбу, вторую. И таких глупых ошибок не совершать в обороне, потому что это уже нельзя так играть.